по всем. Там уже заложено. Блоссе. Алексей Евгеньевич, там уже заложено что? Взрывчатка. Сегодня Министерство обороны Российской Федерации завершает мероприятие по деблокированию подачи воды на полуостров Крым по Северо-Крымскому каналу. Железнодорожные войска выполнили работы по очистке канала от растительности и леса. Инженерные войска провели подрывы сооруженных дамб и силами судоремонтного завода и квартирно-эксплуатационного управления Черноморского флота завершены работы по восстановлению подорванных шлюзовых сооружений. Сейчас ничего не мешает для подачи воды в Крым.